Приветствую вас, друзья. Hyundai Tucson. Такое вот неприятное абсолютно место ремонта. Ну и, как вы видите, вмятина с множеством таких эпицентров, такая поджеванная. Вот, непонятно, как она произошла, такая поджеванная, но тем не менее, вот она есть. Ну и посмотрите, вот на самом деле, кому вдруг предстоит такой ремонт, вот посмотрите, какие здесь. Вот здесь сочетание ребер, да, вот так, два входят в одно, вот здесь такое прям глубокое место, если вот заново это восстанавливать вот такой вот эпизод, это вот то еще занятие. Но нам, к счастью, это место не затронуто, предстоит ремонт только вот этого участка, поэтому мы сейчас снимаем, демонтируем ручку и через отверстие ручки пытаемся туда влезть. Вот лампа у нас PDR Expert 40 на 20 мини, на штативе, вот, на аккумуляторе Makita, на магнитном узле крепления, все удобно, компактно. Ну а крючки, которыми мы будем работать, я вам покажу в процессе. Итак, друзья, рассказываю, что мы делаем в этой ситуации. Значит, мы сняли ручку, далее вот здесь выкрутили один винт, вот, и пластмасска, которая у нас, на которой крепится ручка, которая ее дублирует. Вот, она отошла в сторону, вот она нам не мешает работать. Далее мы берем два вот таких вот крючочка, один подлиннее, второй покороче. Артикулы я прикрепляю и спокойненько через вот это прямо отверстие вот сюда заходим, вот так вот. И аккуратненько, упираясь вот сюда, работаем. Если усилие будет слишком высокое, вот эта часть будет деформироваться, то вот сюда мы можем так вот подклеить вот такую вот клипсочку. Вот, это титан, а вот уловский. Вот, его сюда приклеиваете и спокойненько в него упираясь, не деформируя, чтобы кромбочку, у вас все получится красиво. Так что, вперед и с песней. Так, друзья, ну, подобрали вмятинку. Все у нас здесь чётенько. Вот, что могу сказать. Ну, в принципе, достаточно несложный ремонт, достаточно несложный разбор, потому что здесь вот вы вынимаете вот эту вот заглушечку, откручиваете здесь винт на 10, и вот там я вам показывал, еще один винт выкручиваете, у вас ручка снимается и пластик у вас отодвигается, можно работать. Поэтому, в принципе, здесь по разбору ничего такого сложного нет. Инструмент показал, ничего другое, в принципе, мы здесь и не применяли. Так что вот так.